который был под Маккеллином Мадгейем, это у нас получается Бахуврихи, тот, у которого имя под Маккелли, правильно? Да, я бы сказал, да, чье имя есть под Маккелли. Да, то есть внутри этого Бахуврихи есть... Владимир выражает несогласие. Внутри которого сейчас, минуточку, есть Кармадхара. С чем не согласны? Ну, если бы он был под Маккеллинама, это одно, а тут же Намадгея. Намадгея – это то же самое, что Нама. Да, это несущее имя. То есть за счет геем это не становится этот Пурушей. Намадгея. Намадгея – это name, a title, an appellation. Да, конечно, это the ceremony of giving a name, да, есть тоже, да. Но Намадхея – это то же самое, что Нама, да. Да, Дхея – это... Значит, тогда Бахуврихи. Тогда... Мы это рассматриваем. Можно, конечно, там уже рассмотреть Намадхея, там, из чего оно состоит. Ну, вот в словарях Намадхея. Не, ну, если так, то да. Тогда Бахуврихи, да. Да-да. А спасибо. Здесь... Угу. А как бы вы хотели, Владимир? Не, мне казалось, что Намадгея – это несущее имя. Какое имя? Несущее Дхея. Носящий тогда уж имя. Носящий, да, носящий имя. Имя. Да, мне тоже так казалось, что он носящий, поэтому это будет Татпуруша. Ну да, ну вот это зависит от того, как мы рассматриваем Намадгея. Это дословно это принятое имя, имя, которое было принято, да. Которое следует принять. То есть это вот Намадхея, если то есть это просто значит имя. Это тот, чье имя, да. Тогда значит Бахуврихи. Нет, это Бахуврихи однозначно. Да? Просто запомните, что Намадхея это то же самое, что Нама. А еще вопрос про Самасам. Последний вопрос. Можно вам после урока позвонить на 2 минутки? А, да, хорошо. Можно, спасибо. Да. Уже страшно. Значит... В Фейсбуке, да. Других вопросов нету? Последний. Алексей. Самим с Паштом. С Паштом? Это Сундаром. Ну хорошо, тогда если тогда, ну, готовьтесь дальше. Будем так готовьтесь вот, к бойне. Значит, мы успеваем 5. Мне кажется, какая же это бойня? Это же просто. Мы успеваем. Это была подготовка. Значит, мы успеваем 5 предложений, получается. Полчаса теории и 5 предложений. Ну, вот. Ну, мы, собственно говоря, мы сейчас уже теорию закрепляем, разбирая конкретные предложения. Может быть, я что-то накидаю еще, может быть, что-то я. Еще забыл существенное сказать из теории, мне надо будет подумать. Вот. Теории, конечно, ее можно расширять, ветвить до практически до бесконечности. Ну, во всяком случае, вот подготовьте, постарайтесь подготовить вот эти вот предложения. Да? Ну и, может быть, еще несколько прибавится. Посмотрим. А может, не прибавится. Угу. Хорошо. Тогда заключительное, наверное. У меня есть заключительная строфа, тоже которая сочтена была специально с этой оказией. Свадхарма аху суравакшу патхинам садан вадхитум кшамая паришраме крамена вардхета хи санграху гирам пипиликанам чавапая тхаване. Задача хороших студентов санскрита – это регулярно учиться, будучи терпеливыми в своих усилиях. Ведь набор слов или речений растет лишь постепенно, подобно муравейнику в лесу. С этими словами желаю всем всяческих благ и учите санскрит. Что может быть прекраснее этого и целительнее этого? Спасибо. Спасибо. Встречу через Спасибо. Дней, надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Наневаду. Наневаду. Спасибо. Мама. Спасибо. Данниосми. Данни тамаваги.